Смотрите, как бы. Плюс ДЦ вообще-то для чего еще берется? Он минус 3% урона дает всему рейду. Ну, так, на скидку. Саш, скинь с меня череп, пожалуйста. То меня прям бесит. В обычке, может быть, и есть, да, смысл. Время же хотели убивать. Ничего. Сейчас первая метка полетит, уже скинется с тебя череп. Этот. Да нихуя, он весь бой на мне висит, заебал он. Да, нормально. Нормально или дальше? Керс, чуть-чуть. Вылетела метка первая. Метка пропала, опять там. Саня, Саня, алло, прием, блядь. Ханты, напуливайте по КД, блядь. Не вижу напулов о обоих. Я ебал. Спора там появилась далеко. Кто-нибудь из хилов, кто там в РДД стоит? Или просто РДД возьмите, точнее, хил какой-нибудь с Мелизона, убегите туда по хил. Он слева тоже есть, сейчас разобью. Ну, найдите хилы, блядь, ману ресети по одному. Ты его подтяну чуть-чуть, блядь. Сука, веди, лучше увести босса отсюда. Отводи босса налево либо направо, быстрее. А то сдохни в этой лужи. Потом поставишь обратно.
Так, вернулись все на свои места, босс обратно ставь, РДДшники стоят в РДД, бля. Не надо сюда нахуй забегать, какого хуя он сюда стрельнул? Простите. Блять, метка повешалась в конце еще сразу. Напуливаем ханты, не спим. Если не зыбки не будет, скажете, каплю дам. С метками не ебулите, нахуй вы его хилите, блядь. Там первый тип. Вот спора в мелизоне. Есть, сейчас она чуть-чуть отойдет. И можете ее рэпнуть, блядь. И потом там хилы будут стоять. Пусть отойдет чуть-чуть, блядь. Она с нами босса бьет. Значит, отходите налево, милики. Лево-право станьте, милики, блядь. Хилы там подрисывайте себе, ман. Конечно, не могу сразу ебать, нормально. Аллилуйя, Джафар, блядь. Как она? Куля, это обычка, блядь. Ну, у меня все, мана закончилась, блядь. Киньте на мировую хуйню под конец. Кстати, я... Меня, кстати, упал, блядь, и без сапожки. Ой, Владимир, заебись, латный пояс. Сань, а типа, затворима так же, типа, да, как и обещал, 500 там даже? Косарь обещал, он затворима. Да, или косарь. Да, косарь обещал за Турима. Сердце генерала, блядь. Топовая над руля, конечно, тренька. Да. Этот, сука, тапки, мейн-спек нажать. Оф-спек случайно нажал, тапки. Сейчас, разве так, а тренька, что у нас? Что у нас тренька брать-то будет тут, блядь? Че, идем ёбок задавать? Нет, я, всё, нет, я спать. А че ты не захотел тапки, его? Ой, бателка какая-то стоит. Чё, триньку кто у нас берет там, блядь? А кому она идёт, я хуй знаю. Да никто не будет тебя брать до этого. Чисто говно. А мы чисто, я когда я почистил. Он на медведя заходит, уже нормально. Брать не будут. Ну кому, нечаянно, давай тебе дам, ну, не знаю, давай нечаянно дадим на успех. А, оно бесплатно, нормально, танки же носят на хп сейчас, блядь. Чё там, паутинка, сердце, блядь, сигнится нахуй. Просто никто не будет брать ее за хп, вот чё им прикол. Да она не нужна нахуй, она говно, блядь. Да как монета на удачу, нахуй, блядь. Поезд, ну, чё, да. Вайт, за пол ГП тебе поезд? Ну, нахапала. А чё, Ладомиру не надо? А у него, наверное, лучше. У него 26-й с хастой, с критом, блядь. Да, там лучше. Понял, понял. Так, сапоги. Крафтовые, конечно, лучше этих сапогов, но, блядь. Ну, крафтовые хорошие, блядь, сапоги, но, блядь... Они дают мало силы, нахуй, эти крафтов. Два сокета. Ну, эти два сокета как раз и столько силы есть. Ну да. Тут крит меткость, блядь, которой не хватает, походу. Так, чё, мы за... Сколько у нас тут за боссов-то стоит? Да я полторушку, короче, даю, как обещал. Чё, нормально считаю. Да, а то я тебе же хотел, блядь, пиздоболом подписать, блядь. Ой, блядь. Ладно. Молодцы, кстати, Торима убили. Но я думаю, мы его убили, потому что, блядь, его починили. Он начал нормально работать. Фиксанули, ну. О! Йога запустили, пацаны. Всем пока, камень. Давайте, пацаны, я камнем. Камень. До свидания. Его как истинный паладин, бабл камень. Бабл ХС. Ебать, пацаны. Я успел. Сейчас тут проебали. Я тоже успел.
Так, на меня не уже мобы побежали. Ну, я тебе скажу день. Так, мы бы сейчас, если бы у нас был бы Вася нормальным одетым друидом, у нас бы был бы рыло, именно рылом, блядь, а не грудей, нахуй.